нет обезжиривания. Два слоя. Первый был, второй будет уже навес. Завтра монтаж этого навеса. Очищенная труба. Завтра этот навес будет монтироваться, сегодня красим его два слоя. Навес 5 на 13. Такой большой. Много-много-много деталей. Термы. Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 9 июля 2017 года. Идет монтаж навеса 5 на 13. Навес состоит из металлоконструкции. Труба профильная 25 на 25. Столбы 80 на 80, окрашен в полимерно-порошковую окраску. Покраска двойная. Сначала цинк, потом сама краска. Краска белого цвета. Навес устанавливается на закладные клиента, приваривается. Пролет между столбами 3 метра. Между арками метр. Yeah.